Джоник, у тебя такой сухой нос, ты что, заболел? Лера, это миф. Мокрый нос не показатель здоровья у собаки. Да, я нормально себя чувствую. Ничего не знаю, идем к ветеринару. Мы дома. А я совершенно здоров. Никит, отпусти собаку, зачем ты его мучаешь? Лер, что за бред? Оскар любит обнимашки. Да. Слушай, да ты просто с детства приучил его терпеть. Собаки, идите есть. Я вам на десерт кусочек свежего мяса купила. Только не забудь его сварить. Никит, как ты вообще с собаками 3 года прожил, раз ты ничего о них не знаешь? Ну, раз ты все о них знаешь, сама и воспитывай. Ах так, да ты вообще... Да что только что было? Как будто бы торнадо прошло по квартире. Джонни, они разошлись в разные стороны. Неужели мы теперь останемся одни? Нельзя этого допустить, нужно что-то делать. Да что мы можем сделать? Как им показать, что они оба неправы? А помнишь тот тест про собак, который ты нашел? Гениально, только как затащить их домой? Придумал, ты звонишь маме, а я папе. Алло, пап, у нас на компьютере какой-то вирус. Только ничего не трогай. Мам, он сейчас сломает наш ТикТок. Я буду через 3 минуты. Оскар, теперь как можно быстрее нужно его открыть. Они сейчас придут. Готово. Дай пройти. Да отстань. Подожди, здесь нет никакого вируса. Дай сюда. Реально, тест какой-то. Собаки опять все напутали. О, смотри, вопрос про мокрый нос. Блин, оказывается, мы оба много о собаках не знали. Тебе не кажется, что они хотели просто нас помирить? И нам не важно, насколько хорошо вы разбираетесь в собаках. Главное, что вы у нас есть, да. И мы не хотим, чтобы вы ругались. Собаки, какие вы у нас классные. Мы вас очень любим.